Приветствую вас и отвечая на ваш вопрос, мне хочется сказать так. Ваша мама не любит вас, потому что у нее нет в душе гармонии. Ваша мама не любит вас, потому что она не способна любить своего ребенка. Не способна она любить своего ребенка, потому что она не может вас принять такой, какая вы есть, а отсутствие способности принять себя, принять вас такой, какая вы есть, вытекает из отсутствия способности принять себя такой, какая уже она, то бишь ваша мама и есть. И отсюда вытекает простой вывод, что ваша мама не любит вас, потому что она не принимает себя. Ваша мама не любит вас, потому что у нее есть свои проблемы, у нее есть свои противоречия, и эти противоречия не позволяют ей принять себя, а значит и принять вас. И если по отношению к себе ваша мама использует защитные механизмы, то на вас она проецирует свои переживания и ведет себя с вами так, как будто вы являетесь носителем этих самых переживаний. Вследствие чего никакой любви к вам у нее быть не может. Естественно, это очень общий вопрос, который вы задаете. И естественно, я даю общий ответ, потому что конкретика может быть только в том случае, если вы дадите больше информации. Пожалуй, хочется сказать, что вам не стоит воспринимать отношения своей мамы, не стоит воспринимать ее поведение по отношению к вам так, как будто за это ответственны вы. За это целиком и полностью ответственна ваша мама. Именно нежелание ее решать свои проблемы привело в итоге к тому, что она, ваша мама, можно сказать так, травмирует вас тем, что не может относиться к вам сколько-нибудь адекватно. И отсюда у вас возникает такой, в общем-то, логичный вопрос. Вы думаете, что в том, что ваша мама не любит вас, виноваты вы. На самом деле не виноват никто. Просто она, ваша мама, не справилась с собой, не приняла себя, и значит не может любить другого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы или вам что-то непонятно из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!